Заходим, видим коридор. Значит, вот такой есть шкаф. Вторая створочка тоже. Вот так. Слева видим комнату. Ну, тут подсветка, светильник, шкафчик, кроватка, там ТВ. Где-то так. И Таганрогская улица. Значит, санузел, вытяжка, такой вот термона с, ну, с полочками. Дальше проходим. Проходим, вот это зал. Вот такая вот картина. Сплит. Вот она. Там выключатель. Тут еще помещение отапливаемое. Комнатка. Можно тут, конечно, даже ночевать при желании. Так. Проходим. Проходим. Это у нас санузел. Тут момент, конечно, небольшой. Есть такой шкафчик. Ну, в общем, шкаф как шкаф. Закрыли. Вот она, кухня. Дошли. Тут стиралка, этот самый. Ну, в общем, шкафы, понятно, духовка, вытяжка. Телек, этот самый холодос, вон там сплит, и выход на балкончик. Тут сюда так выглядит, открыли балкончик, зашли, можно вот включить, значит, вот такой шкафчик. И открыли окошко, детский садик, вон там за углом Макдональдс, свежий воздух. Вон там входная дверь. Еще раз на выход покажем. И пошли на выход. Кухня, слева санузел, а вот это все, чуть дальше слева, справа, слева, выход.
Вон вход. По щелчку пальца. Два лифта. Грузовой и обычный. Как-то так. Этаж 11. Вот зашли налево, повернулись.